Анна Квілорі і Мар'яна Мурінкова приветствуют вас в студии «Доброй раніці, Беларусь», в прямом эфире и к нам на концертной площадке присоединилась ведущий мастер сцены Могилевской областной филармонии, обладатель государственной награды медали Франциска Скорины Ольга Горничар. Доброе утро, Ольга. Доброе утро. Ольга, доброе утро. Вы сегодня к нам пришли с премьерной композицией. Называется она очень символично «Молись». Я напоминаю нашим телезрителям, что сегодня весь православный мир отмечает Благовещение. Да? Расскажите, о чем эта композиция, кто написал. Все нам рассказывайте, все интересно. Песня «Молись» была написана московским композитором Жанной Коломогоровой с авторством вместе со мной. Она добрая, на мой взгляд, получилась песня, светлая, легкая. Абсолютно доступна каждому человеку. Она посвящается, я хочу ее посвятить абсолютно каждому человеку, живущему на этой земле. Угу. Ну, вы знаете, как-то артисты порой предпочитают петь там о любви, о чем-то таком, ну, возвышенном, другом. А вы вот выбираете такие достаточно патриотичные композиции, и это далеко не первое. Да. Почему именно такой выбор? Ну, потому что я патриот своей страны, я люблю свою родину, свой край, и стараюсь в своих песнях именно рассказывать о любви к своему краю. Любовь же тоже бывает разная, да? Да. И к маме, к папе, к детям, к родине. Поэтому я стараюсь в свои песни воплощать разные идеи, посвящать ее всем. Ольга, спасибо вам большое. Мы скажем нашим зрителям, что Ольга Горничар на сцене уже более 20 лет. Уже и вот сегодня, много. Прямо сейчас, оставляем вас наедине с этой прекрасной исполнительницей в эфире песня «Молись». Ну а мы, Мар'яна Мурінкова и Анна Квілорі, прощаемся с вами, желаем хороших выходных и еще раз поздравляем с Благовещением. Взглядом и закричать на весь белый свет.